В рамках акции «Школа здоровья», приуроченной к Международному дню пожилых людей и проекта «Старшее поколение», одинцовские сторонники «Единой России» совместно с активистами местного отделения партии, общественниками, медиками и работниками соцзащиты организовали встречу с руководителями 18 ветеранских и общественных организаций муниципалитетов в клубе «Активное долголетие». Обсуждались очень важные темы: секреты активного долголетия, вопросы сохранения здоровья для лиц пенсионного возраста и пожилых людей, а также необходимости вакцинации для защиты от заболеваний.